Нехватка парковочных мест, ветхие детские площадки, недостаточное уличное освещение. Если все это про ваш двор, обязательно примите участие в голосовании на портале «Добродел». До конца октября жители Ленинского района из 43 дворов, выбранных по итогам инвентаризации, смогут выбрать те, которые, по их мнению, более всего нуждаются в благоустройстве. По рекомендациям Министерства ЖКХ 50% идет у нас перечень на 2019 год, 50% от добродел, 50% на основании обращений жителей. Где-то 7-8 по результатам добродел, то есть дворы, набравшие максимальное количество голосов, они попадают в этот перечень. И, соответственно, еще 7-8 идут по обращениям жителей. Чтобы проголосовать, необходимо зайти на портал «Добродел», выбрать раздел голосования, нужный двор из представленных на карте и авторизоваться через портал госуслуг. Проголосовать можно только один раз и только за один двор из списка. Спустя 10 дней после окончания сбора голосов будут подведены итоги. И списки адресов, где будет проведено благоустройство в следующем году, появятся на «Доброделе». Мы будем выходить, это, наверное, в конце будет ноября, встречаться с жителями, с представителями общественности, определять перечень, виды и объемы работ, непосредственно учитывать все пожелания жителей, что они хотят на дворовой территории, составлять предварительные сметные расчеты и для этого потом планировать и вносить это как на результат и уже в бюджет. Пока по Ленинскому району лидирует двор у домов 9, 11, 13, 15, 17 и 19 по Завидной улице. Дома хоть и не старые, но детские площадки явно нуждаются в обновлении. Детскую площадку облагородить и оградить, чтобы дети могли гулять, не выбегать. Еще один лидер интернет-голосования – двор на Советской, 32. Правда, не все жители разделяют мнение голосовавших. Меня и так устраивает все. Хотя дорожка здесь бы не помешала, асфальтовая. Двор на Советском проезде около домов 1, 3, 5 и 7 тоже давно не благоустраивался. Жители жалуются на старые детские площадки и нехватку парковочных мест. Новые площадочки, чтобы были, новое покрытие, скамеечки, чтобы, плитка, тротуары немножко разбиты. Программа по благоустройству дворовых территорий действует по всей Московской области. И с начала голосования в ней уже приняли участие более 6800 человек. Присоединяйтесь и вы. Екатерина Борисова, Николай Карбанов, Елена Кошелева, Видное ТВ.